Приветствую вас, дорогие друзья, с вами Алекс Плей и добро пожаловать в игрушку Miss Survival, это первый взгляд. Ну что ж, начинаем. Это выживалочка, да. Продолжим. Играю я первый раз. Скорее всего, буду тупить, тормозить. Но постараемся разобраться. Окей. Так, кто понимает по-английски? Такое предисловие у нас. Мы появляемся в лесу, как всегда. Тут небольшая такая обучаловка. Можно посмотреть. О, туманка такая, прикольно. Я так понимаю, дело будет обстоять... Ну, как-то связано это с туманом. Возможно, будет периодически появляться туман, который нам будет мешать, отвлекать. Так, смотрим, что у нас тут такое. Мы что-то взяли. Так, опа, открыть. О, спички, ребятки! Офигеть. Слушай, я думал, это наши советские спички. А почему тогда игра не на русском? Так, что у нас такое? Тут можно, я так понимаю, поспать, да? Возьмем камень. Слушай, ну вроде такая неплохая игра. Слушай, ну в принципе, игрушка довольно-таки неплохая. Довольно-таки приятная графика, звуки, птички чирикают. В принципе, мне пока все нравится. Я так думаю, что тут будут зомби, потому что почти в любом survival, выживании, есть зомби. Так, я вижу там какая-то двухэтажка, да. Так сказать, многоэтажка. Два этажа — это немного этажей. Да, так что это немного двухэтажка. Двухэтажечка, хрущевка. Так, идем. Может быть, что-нибудь найдем. Мне кажется, нам нужно... Будет найти какой-нибудь рюкзак, что ли. Потому что это место у меня заканчивается. Так, было бы прикольно, если бы все еще было на русском. Было бы просто шикарно. Ну, в принципе, тут логически и так все понятно. Так, это что нам нужно для крафта, да? Медикаменты. О, там курица. Где? Курочка, вот она, смотрите. Я так понимаю, нам нужно будет ловить, чтобы покушать. Так, на тракторе нельзя, я так понимаю, кататься. Ладно, что-то растет, по-моему, здесь. Можно ли это добыть? Нет, нельзя. Пойдемте в амбар сходим, посмотрим, что у нас в амбаре. Так, бежим, бежим, бежим. Много стогов сена. Карты пока что у меня нету, возможно, будет потом. Окей. Слушай, ну прикольно, мне нравятся выживалки всегда. В каждой выживалке есть что-то свое, что-то новенькое. Так, первым делом, конечно, нам нужно налутаться. Потом посмотрим, нужно ли оно нам или нет. Вещи, если не будет не нужно, мы выкинем. Пока что просто все собираем, все подряд, так как мы... Не знаем, что конкретно нам нужно, что не нужно. Угу. Ладно, пока что так, нормально. Куда пойдем дальше? О, я могу залезть. Давайте попробуем залезть, посмотрим, как это будет выглядеть. Странно. Ну, тут же лестница есть, почему я не могу залезть? Вот это мне немножко как-то отталкивает. Тогда, разработчики, не делайте лестницу. Раз есть лестница, нужно залазить по ней. Было прикольно, если бы мы залезли и посмотрели, что... Где вообще мы находимся. Так, хилок у меня 100%. Кушать, в принципе, пока не хочу. Пить тоже не очень хочу. Так, силы у меня много. Я не замерз. Усталость, да, вот это? А, стамина? А вот это такое... Что такое фатиг? Фатигуэ. Что это? Предпоследние, которые. Я не силен пока что в английском. Так, ладно, и куда мы пойдем? Куда мы пойдем? Тут есть тропинка. Может быть, она приведет нас куда-нибудь. А, давайте сделаем выводы. Мы сейчас находимся где-то на ферме, да? Тут поле, тут добывают сено, да? То есть, что тут может быть? Тут, по идее, мы могли бы найти какое-нибудь ружье. Возможно. Хотя, это же не лесничный, да? Не лесничий, зачем ему ружье?
Если бы домик лесника был какой-нибудь, возможно, у домика лесника, по-любому, было бы какое-нибудь ружье, потому что, мало ли, охотится на животных, там еще что-нибудь. Окей. Судя по деревьям, по листьям, возможно, сейчас осень. Листья зеленые. Ну, елена, они желтеют. Возможно, да. Да, ребят, это осень. Не знаю, сентябрь, октябрь. Идем в лес. Может быть, грибы там найдем. Сразу как он бежит руками. Да, ноги свои не вижу. Окей. Большие горы. Но вообще интересно побродить. Вау! Вау-вау-вау! Слушай, там какой-то домик. Я смогу залезть? Нормально, нормуль. Листик. Зачем нам листик нужен? Интересно. О, палатки. Вот это уже прикольно, ребят. Вот это уже классно. Правда, я устал. Так, можно наблюдать. Температура 28 градусов. В принципе, нормально. О, покушать есть что. Отлично. Подожди, а я могу разжечь костер как-нибудь? Сварить что-нибудь? Нет, нельзя. Почему я не могу пошариться в палатках? Там же по-любому что-нибудь должно быть ценное. О, портфель чей-то. Это уже не мой. Потрошки. Отлично. Нормально. Так, давайте посмотрим. Так. Патроны. Вода, да, я пить не хочу. В принципе, пока что не есть, не пить не хочу. Окей. О, что такое? Консерва какая-то. Я бы не заметил так сразу. Так, ладно, патроны от дробовика у нас есть. Там еще какое-то строящееся здание. А, вот, подожди, я сюда и хотел прийти. Так, что там такое? Камень. Давайте возьмем пока. Слушай, а чем больше, видимо, я несу, тем быстрее устаю, да, возможно? Какие-то красные цветы. Это мак, что ли? Слушай, ну довольно-таки прикольно, добротно сделан, неплохая графика. О, черника, ребят, прикольно. Тут растет черника, тут есть ягоды. Давайте покушаем, что ли, попробуем. Ням-ням. Я могу сюда, да, по идее, положить. И в любой момент достать. А, вот. Один есть. Классно. Можно собирать ягоды и потом кушать их. Так, что у нас? Место, в принципе, пока есть. Давайте поедим. Я, в принципе, еще и голоден. Есть я хочу. Ну, совсем немножко прибавляет, совсем чуть-чуть. Так что этим сильно не наешься. А чтобы открыть консервную банку, я так понимаю, нам нужно будет какой-нибудь ножик. Тут, смотрите, костер недавно горел. То есть тут, я так понимаю, есть люди. Он даже не потушен. Смотрите, знаете, что еще прикольно? Вот я сейчас смотрю на этот костер, тень, ребятки. Это реально очень круто. То есть наступает ночь, да, солнце движется, тень тоже движется, это прикольно. Вот видите, да, наблюдайте за тенью. Тень движется, вот это круто. Вот эта фишка, вроде такая незначительная мелкая деталь, но она прикольная. Уж нифига себе, я целые бревна, что ли, могу таскать? Какого лешего? 50 килограмм. 50 килограмм я с собой таскаю, ты серьезно? Мне кажется, это пофиксит. О, я могу доски делать. Пилы. Мне нужна пила. Нифига себе. Тут можно много чего сделать. Топор. Так, ладно, веревки. Без пилы у нас ничего не получится. Понятно, понятно. Идем дальше. Давайте пробуем сюда залезть. И потом будем двигаться дальше. Слушай, ну игрушка мне в принципе понравилась. Я думаю, стоит ее поизучать. Игра, ребятки, я первый раз. Это первый взгляд.
О, так. Угу. Нифига себе, температура почти 40 градусов. Тут лютая жара, ребят, сейчас. Так, тут ничего нету. Инструменты какие-то. Ну, я не знаю, мне кажется, хлам мне уже не нужен. О, патроны. Положим. Инструменты. В принципе, тут такого ничего полезного мы с вами не нашли. Нужен ли нам горшок? Ну, стой, отсюда можно посмотреть, куда нам идти дальше. Смотрите, вот там далеко есть какая-то связь, я так понимаю, да? Можно, в принципе, в этот домик пойти. Ладно, спускаемся, идем дальше. Так, что у нас тут? Я хочу, в принципе, пить. По времени, сколько сейчас? 11 утра. Пока что нормально, пока что будем идти дальше. Так, идем сюда. О, нифига себе, я поел. А все, можно? Слушай, на это время уходит то, что я ем. А, давайте теперь дринк пить. Это я знаю. Он полностью все выпил. Мы пока кушали, пока поели, пока попили. Смотрите, сколько уже времени. 12 часов. И появилась какая-то туманка. Игра так и называется. Туман, да? Связано что-то с туманом. Поэтому периодически будут у нас туман появляться. И реально обзор пропадает. Нифига не видно, куда идти. А звуки-то какие? Смотрите. Когда появляется туман, начинают какие-то люди ходить. Зомбари. Вон он еще один. То есть, когда появляется туман, начинается опасность. Нужно быть начеку. Вау, вот это круто, вот это мне нравится. Я думаю, не стоит пока с ними связываться. Так, нужно смотреть по сторонам. Я пока что видел двоих. Нам бы какое-то оружие сделать. Из палки, стик, можно сделать палочку, да? А, из... Можно сделать палку из... Так, из веточки, да? Листики, кстати, тоже надо собирать. Медведь, нифига себе, да ну. Офигеть. Слушай, я не хочу пока нарываться, но смотрите, там бродит медведь. Он меня заметил. Кто такой? Давайте посмотрим. Он меня тоже заметил. И медведь, и... Блин, какой-то зомбарь. Я думаю, надо убежать, ребят. А если я просто посплю какое-то время? Так, мы что-то взяли. Так, все, все забрали. Уж вроде пропало, да, вот нагнетающая музыка. А можно поспать, да? А сколько? Так, я на что-то нажал, мы сейчас спим. А, сколько я буду спать? Часов. Давайте час поспим. Да ну нафиг! Поспали. Ребят, когда туман, не стоит спать. На меня тут же напали. 12 часов. Мы даже час не проспали. Я подобрал веточку, чтобы сделать палку. Боже мой, бежим, 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 бежим. Это только первый день, ребят, только первый день. У нас уже неприятности случились. Медведь на нас чуть не напал, потом за нами зомби бежит. Так, я даже заблудился, куда мне бежать надо. Он за нами прямо. А, я скоро устану, ребят, стамина моя. Так, кажется, мы отстали. Фух, давайте тут постоим. Можно сделать теперь палку. Давайте скрафтим. Так, теперь она у меня, видимо, есть, да? Я могу ее сюда поставить. А как ее достать? Так, ну есть у меня палка. А что я могу из палки сделать? Так. Мне появилась палка. Из палки, видимо, тоже что-то надо делать. Один стик у меня же есть.
У меня есть стик. 5 минут она делается. Можно какую-то палку сделать. Что-то еще подобрали. Да, туман это жестко. Ой-ой-ой, можно упасть и ноги переломать себе. Я думаю, туда пока что не стоит соваться. Сделали мы стик. Смотрите. Оружие. Только одно оружие можно сделать. Крафтаем 5 минут. А что мне нужно для этого? Стик у меня есть. Кстати, а где он? Я палку выбросил. Вон в чем дело. Все, теперь я могу, видимо, сделать первое свое оружие. Да, ребят. Давайте скрафтим. Все, теперь наконец-таки у меня появилось оружие. Странно. Вот это, по идее, должно быть мое оружие. Базовая палка. Почему он мне не дерется? Сейчас посмотрел на свою температуру в этой местности. Вроде осень, температура 43 градуса. Офигеть. Почему так жарко? Почему-то он вообще биться не хочет. Раньше он махал кулаками, сейчас не хочет. Странно. А, вот. А, подожди, может быть... Так, сейчас посмотрим. Надо, наверное, в руку положить. Сейчас идем сюда. Так, тут одежда. У меня одежды нету. Слушай, ну я не знаю, я взял палку. Но он не хочет бить. Ладно, пофиг. Уходим, я пока что не знаю. Ну печально, я думал, я хотя бы палкой смогу отбиваться. Оказывается, нельзя. Давайте камни что ли понабираем. Сколько я могу с собой перетащить камней? О, тут много чего интересного. А, мне уже не влазить ничего. Так, хорошо, посмотрим. 4 камня. Сколько еще можно таскать? Могу палки таскать, могу таскать камни. Стики, отлично. Можно пособирать сейчас это все. Правда, черника уже не влазит. Давайте перо выбросим. Нормально. Ну, перо, видимо, для стрел нужно будет потом. Мне бы какое-нибудь оружие уже сделать, собрать. От этих гадов отбиваться, потому что... Что-то я их боюсь, не знаю. Может быть, конечно, я бы их победил. Ну, как-то немножко страшно. Так, покушали чернику. Черника много места занимает. Вообще, мне кажется, черника не наешься, да? Вот я сейчас кушаю. Совсем немножко прибавляется. Ну, к еде и к воде, к сытости. А, она еще лечит, ребят. Она, оказывается, еще лечит. Совсем немножко, но лечит. Ладно, идем, давайте посмотрим, что в этом доме. Может быть, какое-нибудь оружие найдем. Пока нет тумана, в принципе, мы в безопасности. Как только появляется туман, тогда нужно быть начеку. Так, как сюда? Надо прыгать, что ли? Ладно. Вот в домах, видимо, что-нибудь может быть интересное. Закрыто. Прикол. Так, ладно. О, пистолет! Серьезно? Да ну нафиг. А, вот палку я держу. Только почему-то она не отображается. Косяк, ребят, вот палка. Якобы палка тут должна быть, но она не отображается. Это косяк разработчиков. Надеюсь, они пофиксят. Патронов 0. Патронов, ребят, 0. Нужно нам искать патроны. Пистолет мы нашли. Я думаю, патроны должны где-то быть. Я очень сильно на это надеюсь. Так, еще бы, знаете, что нам сделать? А, тут можно мясо делать.
палатку. Можно сделать бинт, но нам надо бойс. Палкой вообще невозможно бить, ее нету просто. Палка у нас пока что недоработка разработчиков. Я думаю, они это исправят, пофиксят, будут следить за игрой. Так, пока что веточки собираем. По-хорошему, нам бы переплыть. Там тоже какой-то дом. Карта мы пока не нашли. А, я могу прямо отсюда попить. Мне кажется, это опасно. Я, возможно, могу простыть. Сейчас выйдем, посмотрим на характеристики. Да, ребят, хил, по-моему, отбавляется. Тут аптека есть. Ой-ой-ой, тут два зомбаря, короче. Есть аптека, но я боюсь туда заходить. Пойдемте лучше в следующее здание. Здание, в следующий дом. Видите, там два зомби. Был бы у меня пистолет, я бы попробовал бы отбиться. Но так что-то я как-то не хочу рисковать. Блин, найти бы... Нужен либо дробовик, либо пули от пистолета. И тогда у нас будет оружие, огнестрел. Так. Все забрали. Ну, мне нравится, в принципе, как все реализовано. В капоте навряд ли что-то будет. О, да ну нафиг, тут можно машину собрать. Ха-ха. Нифига себе прикол. То есть даже из этой фигни, из этой тачки, где нет ни колес, ничего, можно собрать машину. Смотрите, нам нужно всего лишь-то 4 колеса, аккумулятор, двигатель, свеча и бензин. И все, ребят. Вот это прикол. То есть мы можем тачку собрать. Мне это нравится, ребят. Мне игра начинается нравиться все больше и больше. Так, тут можно, в принципе, переночевать. О, молоток. Молотка у нас не было. Смогу ли я как-то бить молотком? Так, давайте лучше тогда хотя бы молоток, что ли, возьмем. Доска есть. Мне бы рюкзак, чтобы больше места бы было. Слушай, ну ладно, давайте я попробую напасть. Погибну, так погибну. Там еще есть хилка. Нам бы по очереди бы их выманить. Так, осторожно. По одному, ребят. Может как-то присесть? Они же двое сагрятся. Я сдох. Блин! Нельзя так делать, нельзя нападать. А, где я появился? А, якобы я выжил, да? Якобы я сбежал. У меня также молоток есть, но я ранен. Мне только молоток и остался. А, часть лута... Мы часть лута потеряли. Мы потеряли пистолет. Но мы сбежали, да. Вот в чем фишка. То есть... А, здоровье восстанавливается или что у меня? Что-то повреждено, возможно? Я раненый. Я сбежал. Так, смотрим, что мне. Плечо, ребятки, да, мне болит плечо. Знаете, на что эта игрушка напоминает? На Zealand Dark. Тут тоже повреждения. Есть много чего интересного. Также исследуешь мир. Блин, ну реально похоже. Zealand Dark, в принципе, примерно так же и начинался. А потом, смотрите, как он быстро... как бы сказать... Ну, разработчики постоянно сидят над игрой.
И она очень хорошо развивается. Очень сильно сейчас развит Zealand Dark. Просто до мельчайших таких моментов. Я думаю, это игрушки тоже все потенциалы. Я ее покупал в Steam за 25 рублей, по-моему. Возможно, она потом будет дороже. Да, разработчики посидят над ней, когда игра уже будет крутой. Нифига себе, сколько лута. Такое ощущение, что это я потерял. Так, собираем, собираем. Это нам все пригодится все. Я недалеко, подожди, от этой. По-моему, я тут был, да? Там эти твари на меня напали. Поодиночке бы я, в принципе, я думаю, я бы справился с ним. С ними. Так, кушай, кушай, кушай. Черника много места занимает. Это тоже немножко странно. Мне кажется, черника должна быть, ну, так же, как остальной лут. Так же, как, допустим, металл, еще там что-то складывается, как спички. Тут, возможно, также может быть холодно, ребятки. Кстати, а вот мои патроны. Вот он мой лут, где я потерял. По одному, давай, по одному. Так, убегаем. Блин, выманить бы их по одному. Они немножко, конечно, тупят. Ух ты, больно. Чувак, давай, иди. Да ё-моё. Это сложно, даже одного сложно убить. Офигеть. Офигеть, ребят. Просто жесть. Это то, что я потерял, да? Это что? Да, ребят, это... А, нет, это то, что мне осталось. Жестоко, жестоко. Уже, кстати, вечер. Темнеет. 4 часа. 5 час. Ну, в принципе, осенью примерно так и темнеет. Дофига лута. Мне это нравится, что много лута. Ну, всякие камни, которые действительно часто попадаются. Листики. Так, а что мы можем скрафтить-то? Слушай, ну, мне кажется, тут не так уж много крафта. Крафтинга пока что мало. Возможно, потом будет больше. Может, как-то тут что-то изучать надо. Из оружия только палка базовая и все. Видимо, я могу дом себе построить. Со временем. Понятно. Нам бы какую-то одежду, что ли, сделать. Ладно, давайте посмотрим, что вверху. Из пистолета нам так и не получилось пострелять. У нас были патроны для дробовика. Но не было ружья. Также у нас был пистолет, но не было патронов. Давайте на мишку посмотрим, как он сагрится. Так, аккуратненько подойдем. Прикольно. Воу-воу, полегче, полегче. Слушай, он, в принципе, не нападает. Нифига себе, я раненый. Мне и нога болит, и все подряд. Опасно. Это как с Леонардо Ди Каприо, выживший. Там тоже была схватка с медведем. Все, убил. То есть мы можем, в принципе, завершить это все дело и начать заново. Так, я опять погиб, и у меня все меньше и меньше лута. То есть тут желательно не погибать. Лучше заново начать иногда. Так, смотрим. У меня плечо болит, нога болит, все, в общем, болит. Передвигаюсь медленно. У меня, кстати, кажется, потеря крови. Давайте смотреть. Я хромаю. А, рана заживает, да? Это заживление раны, я так понимаю. Очень быстро заживает рана. Все, потеря крови прекращена. Нормально. Я думаю, ребятки, вернемся еще к этой игрушке в следующей серии, наверное.
Пока что я тут начну заново, полутаю, когда у нас найду хотя бы какой-нибудь огнестрел, продолжим. С вами был Даридий, всем до скорого, пока-пока. Дальше будет интереснее. Камень покатился. Как будто бы кто-то кинул. Даридий, я пока что не могу привыкнуть. Канал Алекс Плей, меня зовут Александр, так что вернемся еще к этой игре. Всем пока-пока.